какие волны. Здесь тропиночка есть. Вот. Здесь, видите, вот это следы. Как раз говорят, что это следы урагана. Здесь все будут делать, монтировать, убирать. Уже убираются. Вон, видите, все здесь размыло, унесло недавним ураганом. Это я узнала, знаете, откуда? На YouTube есть канал о Лазаревском. Вот. Смотрела, как только мы решили сюда ехать, как только взяли путевку. Ножки красные. Они прямо у меня горят. Жарко им сейчас. Ага. Кровь, видно, вот прилила к ним. Издалека вы идете, красная. Я думаю, что вы в колготках красных. Нет, я же ходила по морю. Да? Ну, по воде вот сейчас мой ходила. Молодец, вот, молодец. Как раз вот по тех пор, откуда красно, ага, ходила молодец, по воде. Молодец. Сейчас. Здоровье вы урвали. Да. Молодцы. Сейчас. Чтоб людей не смущать. Ой, а что, красными ногами. А то подумают, они у меня больные. Да, ну, вот, пойду. Молодцы, ну все, всего доброго. Извините, а вы отдыхающая или местная? Отдыхаю. А откуда приехали? Из Москвы. Тоже из Москвы, да? Да, да. Вы знаете, у меня канал, меня очень много пенсионеров смотрят. И вот я как раз им показываю, как здесь, чего я недавно... Ой, смотрите, красота. Скажите, а вас можно показывать или море лучше показать? Вы не смущаетесь? Море лучше. Хорошо. Я поближе к вам подвину. Нет, просто звук. Давно приехали? 1 числа. То есть практически уже у вас половина. В воскресенье уже уезжаем. Ну и как вам в этом санатории? В санатории прекрасно. Но погода нас подвела. Из всего отдыха, вернее, всего пребывания, только один день был солнечным. Дожди и пасмурно, дожди. Вот сегодня солнечно. Будем надеяться на следующее. Может. Кормят как? Прекрасно. Прекрасно. Более чем прекрасно. А своим подругам порекомендуете сюда ехать? Конечно. Конечно. Непременно. Вот. Непременно. Территория хорошая, обслуживание великолепное, отношения очень хорошие. Я сегодня была на циркулярном душе. Ой, ну какая же девочка хорошая. Света, Светлана. Я ей благодарна до бесконечности. Циркулярный душ. Циркулярный девушки, душ. Запомните циркуляр. Да, запомните. Светлана. Такая добрая, такая вежливая девочка. Я опоздала, она ничего, на вид я же такая вся. Она говорит, ничего не волнуйтесь, все будет сделано. Вы знаете, как вот приятно, приятно, когда отношения хорошие. Сами-то мы не всегда бываем. Идеальная. Вот это да, мы сами идеальная. Не всегда. А вот когда к нам вот так хорошо, прекрасно, очень хорошо. Так что я благодарна Всевышнему за то, что я все-таки вижу море, вижу солнце. Будем надеяться, что будет солнце. Не будет, все равно хорошо. А вы часто ездите вот по социальной путевке? Вы знаете, ну, часто. Довольно, ну, вот только в 2020 году не была в связи с болезнью. Вот. А так все хорошо. Ну и вот ковид как раз. И... Да, да, вот только за это я один год не была. А так прекрасно. Ну, у меня всегда
нам, пенсионерам, дают путевки в основном январь, февраль, март. Да, март, не вот. Сезон. Ну не и что, ну, зато... Ну, вы знаете, я все равно довольна. Я тоже довольна. Мне не ношено июнь, июль. Угу. Август мне это просто не надо. А вот в это время я все равно довольна. Может быть, я такая неприхотливая. Ну и здорово. Просто вы такая душевная, добрая и замечательная. Спасибо. А как вас зовут? Валентина. Валентина, а меня Галина. Ой, галочка, какая красота! У меня за столом галочка. Я в номере живу с галочкой. А мы приехали вот вчера. С Москвы. И я думаю, может, просто мне показалось, что здесь и обслуживание замечательное, и в столовой. Вы не ошиблись. Везде. И вот я поэтому вас спросила, ну и для своих подписчиц, чтобы ошиблись. Они... Не только меня слышали, но и вот вас услышали. Старожилку уже этого санатория. Да, 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 будем считать. Ой, зря вы не разрешили вас показывать. У вас такая улыбка замечательная. Да, ну, бросьте вы мои морщины, ну, показывать людям ну, не надо. Нет, я не в претензии, просто действительно ну, мне... вас очень освежает улыбка, а вы ну, постоянно улыбаетесь. Ну, здорово. Это мне уже в крови. Это замечательно. Я так работала в школе, я работала учительницей. 30... Коллега, да. Очень приятно, очень приятно. Да. Вот поэтому, вы знаете, ну это уже, наверное, в крови. Там не улыбаться нельзя. Ну, даже здесь. Если печаль, даже если там где-то больно, а все равно все. Здравствуйте, ребята. Ой, как же я устала. Бывает и так. Ой, очень приятно было с вами вот так случайно познакомиться, заговорить. А то же мимо уже прошла и вернулась. Ну, чего-то ну, меня, ну, вот, меня заставило к вам вернуться. У меня была мысль вот, спросить еще у кого-то. Ну, я так смотрю, я вам помешаю, сейчас подойду. Нет, а вы мне нет. Так как-то я прохожу, а вы мне улыбнулись так и думаю, подойду. А мы вчера на экскурсии ходили вместе. Вот. Да. Да, а да. Я так как снимала, я старалась людей не снимать и на лица не смотрела. Я все по сторонам снимала, я поэтому ну, не понятно. Запомнила. А я все время шла за вашей курточкой. Она мне так понравилась. Эта курточка называется «Космос». Она хорошо смотрится. Спасибо, очень приятно. Вот так, что вот так. Так мы и живем. Прекрасно, что хорошо. Хорошо. Ну все, прекрасно. Всего доброго. И вам всего доброго, до свидания. И счастливого пути. Спасибо. И чтобы следующая путевка побыстрее, без проблем, и тоже так же вы были довольны. Будем надеяться. И погода, чтобы вас будем устроила. Будем надеяться. Да. Спасибо. Всего до свидания. Пока идем, отвечу на такой вопрос. Многих интересует, как мы оказались здесь. Я уже отвечала не раз, но не все же комментарии читают. Я по социальной путевке. Стояла я в очереди, мне позвонили, предложили. Вот я так здесь оказалась. То есть по социальной путевке, по бесплатной совершенно. А Сережа вместе со мной. Ему мы уже открыли сайт этого санатория, все посмотрели, позвонили, поговорили с менеджерами. Вот, смотрите, идем. Вот уже наш санаторий. То есть вот, вот в конце этого туннеля море, в начале этого туннеля вот наш санаторий. Вот, и Сережа за свой счет. И тогда же, еще больше месяца назад уже получается, или месяц назад, мы купили билеты сюда, нажили по железной дороге, двухэтажный состав, очень удобно ехать. Купили билеты и тогда же заказали номер, выбрали его. И оплатили частично. Нам сказали, все оплачивать не надо. В общем, какую сумму сказали, столько перечислили. Тоже все через интернет. И все. И нам уже на следующий день позвонили, сказали, ваши деньги поступили. Номер ваш
будет готов к вашему приезду. Ждем. В общем, еще по телефону персонал понравился, вообще не понравились. Ну вот уже, видите, мы с вами доходим, хотя я медленно иду, с вами разговариваю. И вот таким образом мы здесь оказались.